Самого доброго утра мальчикам, девочкам и тех, кто еще не определился. Сегодня я хочу сделать такое маленькое, может быть, объявление, я не знаю. Значит, я что подумал. Иногда видео бывает веселые, иногда бывают видео не очень, такие огорчения, да, вот нас там обманывали с этими телефонами, всем номерами этими. Так вот, я думаю, что, возможно, если я не буду забывать, в конце каждого видео я постараюсь рассказывать какой-то анекдот. И, возможно, этот анекдот, маленькая минута веселья, сделает вам настроение на весь день. Давайте попробуем, но это в конце этого видео. Вот, так что, и анекдоты могут быть разные, насчет, там, нас, русскоговорящих, там, насчет евреев, насчет грузинов, там, ну это же не со зла, это шутки, это анекдоты, да, поэтому не будем обижаться на какие-то там, может быть, анекдоты, которым там, ой, грузинам сказал, еще что-то, то есть вот так, это все не со зла. Ребят, что я хочу сказать в этом видео? Значит, несмотря на то, что вот этот плохой пацан Лев, который меня обманул, я вам вчера говорил, что я подключил 4 номера, значит, в T-Mobile, и из-за того, что у меня хорошая кредитная история, там, social имею, я буду платить $150 за 4 номера, а, допустим, я подключил кого? Я, Рома, мой друг, да? Значит, потом Елена, моя соседка, и еще Юра. Помните, Юра, Нона, я рассказывал, вот, Нона и Cancelled Visa сделали. Но суть не в том. То есть 4 номера. Я плачу за эти 4 номера $150, у нас все, у всех четверых unlimited, то есть быстрый интернет, все как надо, да? Вот, они мне просто будут денежку давать и все. Так, еще в чем прикол? Что прикол в том, что я могу брать телефоны любые, которые я хочу взять себе там в рассрочку, либо сразу выплатить, неважно. Айфоны, какие, ну, какие я только пожелаю. Значит, сегодня Юра попросил, он, у него еще нет никаких там кредитных историй и все остальное, мы пошли с ним, значит, в T-Mobile, и он взял себе iPhone 6, Grey, как он там, да, Grey называется, черный там сзади, Silver, да, то есть классный iPhone, новый, за который мы сегодня не заплатили ни одного доллара, но он будет платить, то есть я буду платить, а он будет мне отдавать деньги, $38, то есть он будет платить там около $30 плюс за сам телефон, а $8 только там insurance получается, страховка, да? Если вдруг у него телефон ломается, либо еще что, ему меняют сразу же без разговора, дают новый телефон. Так вот, он будет платить 18 месяцев, то есть если умножить $38 на 18 месяцев, это получается 700 там с копейкой, 740, по-моему, долларов. То есть так же, в принципе, как стоит телефон новый в Apple Store. В Apple Store стоит телефон там где-то, я покупал за 720, что-то такое, но там чуть-чуть больше, но это еще со страховкой, потому что Apple ремонтирует тебе iPhone, если у тебя на протяжении года он там сломается. А здесь на протяжении год и 8 месяцев у тебя телефон всегда могут поменять, если он тебе сломается. То есть у тебя страховка получается больше, чем год, да? Но если ты его разбил там сам, утопил в унитазе, понятно, что это отдельная страховка, это надо там доплачивать еще, но мы это не брали. То есть просто если будет сломаться телефон, тогда вот, вот так. Ну вот такая фигня, ребят. Так что я думаю, что у меня сейчас тоже iPhone 6, но я думаю, что чуть позже я пойду себе возьму iPhone 6s Plus, ну, плюс, больше. Ну, не знаю, мне просто хочется больше, потому что больше экран, больше этот. Посмотрим. Значит, вот что значит кредитная история. Хорошая кредитная история, все для людей. Все можете спокойно брать себе телефоны, там, я не знаю. А еще прикол, что его можно менять. То есть, допустим, его можно досрочно выплатить, как хотите. Он будет 2 месяца только лог под T-Mobile, а потом он автоматически становится unlock. Пожалуйста, под все номера, под все, куда хотите, отправляйте его в Украину, в Россию, там, куда хотите. Вот, и что самое интересное, что, к примеру, Юра пользуется айфоном, там, например, там, полгода, да, вот пользуется, все, ему нравится, и тут выходит, к примеру, какой-то Samsung, там, я не знаю, крутой Samsung, неважно, или другая модель айфона, он может делать апдейт. То есть он приходит, ну, соответственно, я прихожу с ним, потому что на мне висит договор, и мы делаем апдейт. То есть он говорит, например, я хочу поменять телефон на новую модель, либо еще что-то. Никаких доплат не будет, просто меняется и все. И он платит те же самые деньги, потому что, ну, вот так вот. Ну, вот такая вот, такой прикол компании, ну, и Apple, там, Samsung, у них договора, я не знаю как, но вот, вот сам суть, да, что здесь... Ты приходишь, ты чувствуешь себя человеком, тебе за 5 минут вручают телефон, и ты идешь, ничего не платишь. Ну, да, они знают мою кредитную историю, знают мой ID. То есть, ну, сам, вот сам момент, что Америка для людей.
Так что вот так, ребят, значит, не надо, как говорится, огорчаться, все хорошо, все нормально. Сегодня у нас снова снежок, обещают их пару дней такого снега, но вы понимаете, что вот снежок и сразу тает, его как бы он не ложится, просто слякоть такой вот, ну ничего. Я приехал, значит, на Брайтон, да, я не буду покупать больше телефонов номеров здесь, но здесь есть очень хороший мясной магазин, называется Meat Market. Ребят, там всегда свежее мясо, очень вкусное, классное, и я возьму, хочу сделать котлет, ну поэтому возьму прекрасного фарша и сделаю вкуснейший котлет. Вот так. Ну и обещанный анекдот. Представьте, значит, Грузия, где-то там село грузинское, и сидят школьники и учитель, значит, там в школе. И спрашивает преподаватель у одного из учеников, говорит: «Вахо, скажи, пожалуйста, сколько будет 3 плюс 5?» Ответ Вахо говорит: «Примерно 8». Так что вот так, ребята, возможно, этот анекдот подымет вам настроение. Вам самого прекрасного дня, самого прекрасного вечера и самого прекрасного семейного уюта. Ну, а с вами был Артур, и, как говорится, и всегда с вами Артур. И, ну, и вместе до реальной эмиграции. Ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, делайте перепосты мои видео, также заходите на Facebook, есть Real Immigrant. Также я с недавних пор имею Periscope. И я думаю, что вскоре, когда нас насобирается больше, если туда будете подписываться, тоже также мой ник Real Immigration. И мы там будем делать прямые эфиры, то есть я буду включать, вы будете задавать мне вопросы, я буду отвечать в прямом эфире. Пока на самом деле я, действительно, извините за выражение, я лох всяких вот этих там, знаете, программах, поэтому я еще не совсем во всем разобрался. Но я обещаю, я разберусь, и все будет нормально, и мы будем учиться вместе. Так что вот так, всех люблю, всех целую, все, пока.